Это вы, Питер? Смотря кто интересуется. Питер! Мы собрались, чтобы соединить узами брака Беатрис и Томаса. А ты молодец, неплохо держишься. Он хороший человек. Ты же ненавидел его. Мы стали довольно близки. Чтобы вы стали родителями. Но не настолько. Отцом. Отцом? Отцом? Нет, ты мне не отец. Питер, Питер, кольцо. Да, конечно. Так вы автор? На самом деле, все это кролики, я только записала их истории. Смотри, пап, это кролик Питер. Слава, это так утомительно. Он непослушный. Что? Это вы, Питер? Смотря кто интересуется. Питер, стоять на месте! Говорю тебе, он меня изжить хочет. Да он ко всем нам обращался. Я обращаюсь лично к тебе, Питер, лично к тебе. Стоять на месте! На месте! На месте! Раз они считают меня таким ужасным... Они мне вообще не нужны. Да ладно. На что уставился, Муся-Пуся? Настучать хочешь? Я не Муся-Пуся, я Пуся злюся. Тебя зовут кролик Питер? Ага. Я дружил с твоим отцом. Меня зовут Барнабас. Ты суровый крепкий кролик, как твой отец. А где все кролики? Сидят себе в своей уютной норке. Я буду жить вечно! А ну, стоять! Ой, просыпную! Кролик Питер 2. Повеселись. Я могу и повеселиться. Весело. Ускоряюсь. Я сильно ускоряюсь. Вот почему взрослые не должны играть как дети.